Работа депутатов начинается сразу при входе в Парк Победы. Они осматривают инфраструктуру, площадки, где установлена военная техника, интересуются наличием бесплатных туалетов. В свою очередь, сотрудники администрации рассказывают о проблемах, которые надо решить. Например, установить фильтр в пруду, так как вода в жару постоянно цветет. Формат выездных совещаний депутаты Самарской городской думы используют регулярно. Во-первых, мы общаемся с людьми, с нашими избирателями, да. То, что они говорят, мы слышим тоже, да, доводим до сведения и администрации города, и соответствующих профильных департаментов. А на месте всегда можно это все увидеть очень четко и конкретно, что называется, на себе прочувствовать. Не исключено, что в Парке Победы военной техники станет больше. Минобороны предложила крупным городам организовать филиалы московского парка «Патриот». В свою очередь, ведомство готово предоставить боевые машины. Следующей площадкой, куда отправились депутаты, стал детский парк культуры и отдыха имени Гагарина. Здесь осмотрели игровые и спортивные зоны, поинтересовались ценами и пришли к выводу, что коммерческую составляющую следует минимизировать. В преддверии формирования бюджета стараемся максимально заложить преобразование, чтобы улучшить, усовершенствовать нашу парковую зону. Все предложения, которые поступили сегодня, будут доведены до главы Самары и профильных департаментов. Светлана Тимофеева, Максим Гусев. События.